Привет, народ. На одном из ресурсов ВКонтакте прошмыгнул фотоаппарат Practisix на картинках. Ну, я, в общем-то, решил поковыряться и нашел у себя такой аппаратик. Значит, Practisix КВ первого выпуска, комбинат Werke Германия, понятное дело. Значок еще без башенки пентаконовской. Объектив у него стандартный шел. Primatar EMI Optic Görlitz. 83,5. Ну, как-то вот у него тут. Ну, они все примерно одинаковые, эти аппаратики. То есть вот взводится. И, кстати, нужно провожать обратно. Тут у нас автоспуск есть. Нажимаем. Пошло жужжать. Открываем. Смотрим, что у нас там происходит. Ну. Вот ты какой молодец. Ну, в общем-то, картинка у него вот тут. Вот там картинка видна. Ну, в общем-то, наверное, и как-то, наверное, и все даже рассказать-то нечего. Ну, красивый, красивый, тяжелый, тяжелый, настоящий, первого выпуска. Тут, кстати, где-то номер был, там 12-я тысяча, ну, где-то уже не начало.